В завершении новостей из Алмазного края участники детской студии компьютерного дизайна 12-й школы Мирного Crazy Children начали создавать мультимедийные продукты, например, делать кино. Тему продолжит Наталья Николаева. У воспитанников детской студии Crazy Children сегодня необычное занятие. Они обучают своих учителей полиграфическому дизайну. Coral Draw, прошел продюсер, PhotoFusion. Для обычных пользователей это всего лишь неизвестные английские слова, но не для участников студии компьютерного дизайна. 17 лет ребята не только осваивают компьютерные программы, но и создают свои видеопроекты. Я научилась с разными программами. Вот в Coral Draw можно работать с полигональной графикой, и также на ней можно зарабатывать истоками. И я как бы сама еще себе презентацию в школе могу красиво оформить. И это очень дает много плюсов. Я считаю, что она интересна большому кругу пользователей, так как ей может пользоваться ученик художественной школы, если ему зададут домашнее задание, или же простой школьник, который просто любит рисовать. Также этой программой, естественно, пользуются профессионалы ради работы. И эта программа достаточно легка, если посмотреть уроки и самостоятельно взяться за обучение. Началось все со школьной газеты. Сначала каждый придумал персональную страничку, а затем постепенно ребята создали свой первый проект Crazy Children. Сейчас весь накопленный опыт они передают новичкам и устраивают мастер-классы педагогам. Со своими новыми работами ребята участвуют в декаде информатизации. С 2009 года мы ежегодно проводим мастер-класс для педагогов по векторной графике, по растровой, по веб-дизайну. Ну, сегодня у нас такой расширенный немножко мастер-класс. Мы вернулись опять к векторной графике Coral, потому что интерес к этой графике возродился для того, чтобы помочь учителям как-то оформлять свои работы, создавать фоны, особенно там для каких-то документов. Это может у них использоваться. Ну, надеюсь, пригодится. Мастер-классом учителя довольны, с легкостью осваивают рисование на компьютере. Дирижабли, как наяву, парящие и яркие. Создание фотокниги – занятие несложное и увлекательное. Вот, хотелось бы освоить и, думаю, пригодится в будущем. В планах у ребят создать фотокнигу о работе студии, возобновить журналистскую деятельность и продолжить выпускать школьную газету. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».